Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня покупки из фикс-прайса. Я надеюсь, что это будет вам интересно. Я купила вот такую когтеточку. Мы ее будем испробовать. Испробует моя котя ее. Вот так она просвечивает. Это какая-то бумага. Но мне сегодня сказала женщина в магазине, что такие же точно когтеточки в обычных магазинах стоят 4 раза дороже. Вот здесь вот такая рыбка. Как у меня кошечка с ней знакомится, так я вам расскажу. На что стоит обратить внимание? Вот на такие маленькие блокноты. Они очень приятные на ощупь. Я думаю, вы видите. И внутри, куда-нибудь в поездку, в клеточку, вот такие листочки. Он очень, вот именно с тактильной точки зрения, он просто потрясающий. Мацала бы и мацала, так сказать. Ватные диски это мы берем постоянно. Немножечко шуршу платочки тоже. Решила попробовать вот такой десерт. Угу. Что у меня вообще сегодня как-то все ужасно получается. Вот такой десерт я решила попробовать. Очень прикольно выглядит коробочка. Ну и коробочка, конечно, пригодится нам, бьюти-феям. Ютуба коробочки нужны всегда. Вот такие платочки. А в магазинах одна, наверное, стоит около 20, такая пачечка. Ну, считайте, сколько я сэкономила. Ватные диски Коте. Вот такие. Классные. Ну и давайте перейдем непосредственно к новинкам. Как мне сказала моя соседка, что ты прямо, маки там уже 100 лет. Но дело в том, что маки там может быть уже и 100 лет, и может быть даже уже в обед 100 лет. Вот такие новиночки для кухни я взяла. И я покажу вам вот такую еще баночку. Вот. Вот такая коробочка. Вот очень мило это все. Согласитесь. Если нужно, я сейчас покажу поближе, кому интересно. Я пыталась сфотографировать в Инстаграме. Я могу сказать, что на фото в Инстаграме это смотрится не так круто, как это выглядит на самом деле. Вот такие ножички тоже в таком же стиле. И вот такой поднос. Я долго думала, стоит ли мне его что-то еще приобретать. Я не стала брать ничего бьющегося, потому что у меня посудомойка. И кто знает, как вот эти чудесные маки поведут себя. Ну и вот такую штучку я купила, чтобы вешать на нее кружечки. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Вот такой классный ловец снов я купила. Я смотрела очень много видео на ютубе из серии «А давайте сделаем сами за бабашем ловец снов». Я как бы думала, да, хочу. Но я просто увидела в фикс-прайсе в квартале Ангарчанки. Девочки, кому интересно, вот такой гламурный фуксиевый, барбишный прямо девочка, вот такой ловец. Очень классно, очень супер, мне нравится. Что еще? Значит, вот такие спонжики. Они мне понадобятся для того, чтобы они были в кушонах. В тот раз я вам тут нахваливала раньше времени. Я открываю бьюти-блендер, но сейчас я проверила, вот эти они действительно мягкие, они действительно такие, какие должны быть спонжи, тем более они такие в форме лепестка, кому-то лавры бьюти-блендеров не дают покоя. И давайте еще, вот еще одна туба с ватными дисками.
И вот еще одна туба с ватными дисками. То есть я ими пользуюсь. Какая разница, чем мы стираем лак со своих ногтей, например. Или снимаем тушь с ресниц. Кто ищет, тот всегда найдет. Вот так вот. Мы тут переписывались с одной девочкой. Она говорит, а у нас они есть. Я сегодня обскакала вообще весь город. Почему я в таком уставшем состоянии делаю обзор? Потому что я искала и нашла. Раз, два, три, четыре. Она хорошая, она глубокая. Там есть еще два цвета. Ну вот, это неминуемо, но это никакая такая не проблема за такие деньги. В общем, очень здорово. Мне очень нравится вот это все. Я просто обожаю. И сейчас мы будем открывать другую сумку из другого магазина. Это я была в одном фиксе. А теперь я буду. Поехали! Заслуживающее внимание, это купила. Это такой, это опять травка. То есть у меня их уже две. Ну, травка типа соломка. Это вот такая линеечка. Походный вариант. Шампунь и бальзам. Что я хотела показать? Вот такую вот классную повязку в горох. Вот такие маркеры-выделители. Наконец-то я на них развелась. Спустя полтора года. И я очень-очень долго бегала за вот этими вот штучками, именно прозрачными. Очень хотела. Почему-то я хотела это, я не знаю почему, но я хотела. Вот. Потому что побегай-ка по магазинам, которые в разных частях города расположены. Выдержи своим мозгом вот эту атаку вот этих безумных маков, которые тебе хочется все скупить. Это все не так-то просто, мои дорогие. Ну что еще взяла? Две зажигалочки вот такие вот. Я взяла такой типа топ. Вот такой. Ну, в общем, как обычно, всякие всячины, всякое такое. А, еще взяла реснички. Кстати, пожалела, что взяла одни, потому что я надеялась, что пойду в другой, там будут другие, но там их просто не было. В общем так, в Ангарске завоз был вечером в понедельник. Теперь считайте, каждые 4 дня приходит машина. Вот и все. Это видео у нас, сейчас я скажу, от какого числа, чтобы не сбиться. 14 июня, то есть завоз был вчера вечером. И сегодня там уже весело.